чё ты? Закалить тело и дух. В Магадане сохраняет свою популярность школа бокса. В ней занимается около 200 детей разных возрастных категорий. Не только юноши, но и девушки. По словам специалистов, для продуктивных занятий нужна хорошая материально-техническая база. Как рассказывают сотрудники школы, власти города и области помогают ее обеспечивать. В настоящее время в школе бокса устанавливают новую систему вентиляции. До нас деньги довели, подрядчики сейчас работают. Вот в фойе, вы видели, стоят большие конструкции, которые сейчас будут опущены в подвальное помещение. Значит, подрядчики работы ведут и на нашем этаже. Было очень пыльно, но мы справились. И надеемся, что через месяц-другой мы будем дышать полной грудью, хорошим, чистым воздухом. Деньги для школы бокса выделили не только из городского, но и областного бюджета. Кроме того, спортивный комитет финансово помог в приобретении новых спортивных тренажеров.